Во-первых, по поводу предложения общественности. Дело не столько в предложениях в общественности, сколько в соблюдении законодательства. В чем моя позиция? У нас есть устав города. Согласно уставу, общественные слушания, которые были проведены, предполагают принятие резолюции. Данная резолюция должна быть рассмотрена на следующей сессии того совета, которому она адресована. То есть сегодня на сессии депутаты должны были рассмотреть резолюцию общественных слушаний. Что значит рассмотреть? Эта резолюция должна была быть зачитана. Они должны были обсудить содержащиеся там пункты, которые предложили жители города, и принять определенные решения. Они могут не учесть мнение общественного совета, но просто так заслушать мое выступление за 3 минуты, да, которое постоянно прерывалось разговорами, репликами, это ненормальная ситуация. Я считаю, что сегодня самое главное был грубо нарушен и попран устав города, основного документа, по которому живет наш город. Что касается самого бюджета, общественный совет в принципе принял к сведению сам бюджет, предложенный департаментом финансов, и подготовил к нему ряд серьезных замечаний и предложений, которые на общественных слушаниях мы и изложили в форме своей резолюции. По целому ряду программ городских предусмотрено финансирование общественных организаций. Мы категорически против финансирования общественных организаций без конкурса. Но для того, чтобы особенно не распространяться, и резюмируя все это, еще раз подчеркиваю, сегодня нужно отдельно рассматривать вопрос предложений общественности и вопрос того, что в нашем городе элементарно депутатским корпусом не выполняются требования устава.